Иди сюда! Сейчас мы будем страдать, как в зайцах. Мармок. Нам нужно забраться наверх. Женщина. Лифт не рабочий. Ой, не Мармок, Джохан. Иди сюда. Джохан. Не хочу. О, ты поменял модельку. Ого. Ты огромный. Че такие радостные? Я теперь понимаю, что они такой... Как будто они там в жизни друг друга щекотят. Да, да. Я все маме расскажу. Уберите руки свои. Иди ко мне, иди ко мне. Зачем ты заставляешь меня... О, а он пухляш. Я же тоже могу. Это толстый и сильный. И я тебя могу уничтожить за полтора. Вот это мощь Таноса. Все? Да. Не трогай. Знаю, я позову толстого дядю. А мы же все смотрели в Yarbone Lab, а тут видишь какой-то мод на эту игру. Не помню, помню, что такое название, я помню, что Мармок уже не играл. Да? Да, помню название точно. Я бы вижу. Ну не, что такое было. Только не помню, как оно в оригинале выглядело. Привет, игра. Звуки виртуальной природы. Ух, сегодня мы пробовали поиграть в VR. Запах, к сожалению, по-прежнему пота. Пока Аркаша наслаждается прологом, что там с Аркашей? Я вкушаю эту красоту. Что сегодня здесь у нас будет? Боль, страдания, смех и виртуальный секс. Инф, что это? Бесплатные патроны! Патроны! Хорошо. Добро пожаловать на мой сервер, кусок говна. Что-то говна. Вот так выкрутило. Прикинь, в жизни сидишь очень так вот. Да. Много. Я бутерброд ем. Я бутер ем. Он в рот ем. Мои друзья будут тебя сейчас бить. Подожди, говори, дай заесть. Реально ест. Приятного аппетита. Помидорчик. Что это за помидорчик? Вот твой любимый крабик. Блять, А бутерброд-то мешает? Он тебе помогает пихать еду в глотку. Да. Пузиком. Где Knuckles? Контроллер, почему я вижу меню? Убери его, пожалуйста. Спасибо. Смотри. Да. Да. Да что? Я просто... Да я не хотел стрелять! Честно? Конечно, хотел! Конечно, хотел! Стопудово! Ага! Посмотреть! Да, посмотреть! Я могу тебя уничтожить! Настоящая дружба! Все! Успокоились! А что здесь надо делать? Оружие долой! А как это играть? Я пошел меня магазином! Я боролся за жизнь! А, на, можешь поиздеваться над этим типом? То есть здесь можно все! Да, это песочница. Там, кстати, центр этой песочницы, мы на краю. Песка нет. Ах ты шлюха. Смотри, ты шлюха. Алексей, через пакет. У тебя... Ох ты, ёпты. Ты представляешь, что я могу с тобой сделать? Игрушку уронила. Тронешь меня, а я тебя прострелю. Я тебя возьму так. Стой, ну ты даже видишь, какой ты маленький. Кая. Я хочу, маленький, чтобы... Кая? Она Кая? Да, она Кая. Я хочу, чтобы она увидела, кого я сегодня трахну. Здравствуйте. Скажите ему, что я не дам... Подожди, ты реально какая-то Лоля. Иди сюда. Подойди. Хорош. Хорошо, мама. А это Полина уже. Возьми меня на ручки. Она отвратительнее, чем ты. Можно меня взять. Возьми меня. Да, можно взять? Мне тошно. Слушай, я сейчас кое-что... О, большое, девочка. Ой, мамочка. Ай, отпустите меня. А теперь такая же. Да. Ой, какой маленький. Можно факт? Возьми. Человек со сломанными руками. Ой, сейчас стреляется. Зачем я тебе это дал вообще? Аркаша, убери её ствол. Все, он зажигается. Отбери у нее игрушки. Отобрал игрушки. Урялись игрушки. О, это будет мой компаньон. Все, вернемся к серьезным делам. Мой хороший друг. Ты что паникуешь? Ты с Полиной бы не справился, что ли? Ты придурок. У меня не было оружия под рукой. Да ладно, ты сам отдал его. Милу так бы ее, блядь.
Как я в жизни. БППЕ. Осуждаю БППЕ. Понятно. Ух ты, блядь. Ты идиот, колосы. Прости, прости. Ух ты, кусок рыцарского слендера в доспехах. Хотя я такой же. Эй, а что здесь происходит? Во-во-во-во-во! А где ты, далеко? Ну-ка, беседируется. Что за дела, пацаны? Ты зачем обижаешь? Что ты делаешь? Моего фу. Помог. Это же я должен делать. Че вы тут не поделили? Че тут происходит? Мармок плюс. Интеграцию мы. Понятно. Давай побазируем. Ой, такие одинаковые винные дизели. Смотри, какая бицуха. А? Фу, ты подмышки не это не помазал. Они смазаны тестостероном. Иди, да я посмотрю в зеркало, блядь. Ты заработал поднял. Где найдет, где покачаться. Мышки. Хоть визуальчик? Да, подожди. Там агрессивно на себя вот так вот. Подожди, давай, ты качайся, я буду тебя качать. Подожди, давай. Сейчас я начинаю себя чемучи, да? Качайся на мне. Ну, подожди. Ну, блядь, давай. Ух ты, ух ты. Паркур туалетный. Давай. Выход силы. Выход силы. Поехали. Открыл с кулака. Я застрял. Я буду на двери. Давай, бывай. Ай, блядь, это что-то отвалилось, что-то от головы. Мозги? Мозги отвалили. Мозги. Мы не пьем. Да я и не собирался. Понятно. Тише. О, не ломается. Это потому, что мы сильные. Это не ломается? Это ломается. Ты неправильно букву, ты неправильно слово это произнес. Мы не стильные, мы сильные. Я сильные сказал. Ты сказал стильные. Тебе послышалось. Это тебе послышалось. Ладно, вы стильные и сильные. Гитары? Всего сразу с первого раза? Одним ударом. Реально? А у тебя креп? Ой. Опсон, подержи. Да ничего, там грудь схватила. Все-таки я тебе верну. Да, ты сказал, что надо. Нет, уже забирай. Подержи. Они как погудушки для иголок. Ну я возражаю, я настаиваю. Все. Ну право. А что это за кнопка? У тебя в жопе нож был. Реально, пронес. С собой носит. Как? Я его верну. Ладно, не туда. Ну ты не в жопу. Стой так, я уберу тебе его вот в этот вот твой подсумок. Реально, выглядит, как будто он в подсумке. В глаз? Реально, как резиновые. Ну, а сбоку где-то. Давай в глаза. Давай. А, там даже отражение, ты чё? Как два интеллигента, которые набухались на кухне сильно, понимаешь? И играются с кухонным ножом. У тебя с другой стороны он торчит затылка. Если в пенис. О, я тебя подчёл! Приподнял! Ух ты, вот это мошонка! Смотри, другой прикол. Ухо выходит, другой выходит. Я смотри на это! Ну почти. Посмотри на это! В ухо! Аски не развлекаются. С удовольствием. У меня координация нарушена. Давай возьмешь его. Пошли. Слушай, самым большим челленджем в этих сувательных играх, смотри какой. Стой ровно. Абсолютно ровно. Сосок схватил. Я хочу, чтобы он вышел через твою задницу. Вошел через голову и вышел через задницу. Открывай рот. Блять. Реально? У вас. Он даже рот не открыл, не вышел. Ладно, коротковато. Потренируемся. О, я Джимми. О, во. О, ты человек. Джимми, Джимми. Ты Кодзима. Ну, это не точно. Когда новый Death Stranding? Не могу понять. Ты Форсаж пришел снимать? Ты хочешь опять в это поиграть? Нет, тут Кодзима точно проиграет. За руки схватить. Кодзима, что ли? Я знаю. Отжимайся, Рани, давай отжимайся. Я заебусь. Погоди, сейчас его... От чего отталкивается, дико извиняюсь? От рук. Подожди, качайся. Эти ванечки такие. Давай, давай. О-о-о! Нет, тут я представляю, как он качается, ладно. И руки ломаются прям. Да. Так, куда дальше? Ого! Красиво. Здесь мельница. Мельница. Там, смотри, смотри, смотри. Что-что? Сверху ломятся. Кто-то? Видел? О, да, реально, мир рушится. Это рука. Нам нужно схватиться. Да. Нам нужно схватиться, я все понял. Поехали. Это похоже на странный сон. Да по прямой, да. Или нет. Я знаю как.
О, да, хорошо. Что ты сделал? Дай руку. Ага. О, маленького такого крутыша себе. Давай, малыш. Хазбик, давай. О, она огромная. Он что такое? Сосисечки. У него рука сломалась. Макаронный монстр. Я обсосу его пальцы. Все. Как обычно. Хватайся за меня. Что? Хватай. Что происходит? Здесь машина. Здравствуйте. Нам назад в хаб. Он нас отвезет в хаб? Они никакие подарки, не это. О, я... Какие подарки? Слушай, вы такси подарки давали. А, я понял, надо толкать его. Это старая корыта. Он сейчас без вас уедет. О, верят. Юрий сейчас без вас уедет. А как? Хороший вопрос. Надо маленьким сделаться. У меня вопросы. Ты где? Маленьким сделаться. А, что с тобой? Под твоей задницей. Почему ты лежишь? Вставай. Почему? Пытайся уменьшиться. Стой. Что ты умер? Умер. А у него торчит у него что-то, нет? Это называется потеря сознания. О, все, я вернулся. Снова. А чего? Брат, это выхлопные газы. Сейчас я тебе... Отдышался. Что с тобой? Ударь тебя. Прекрати, все. Я понял, я нажимаю на стик правый. Нажми на правый стик. Я понял, что это. Это тот самый мод Рэгдолл. Помнишь, мы качали его? Все, садись. Нет, мы не помним. Я помогу тебе сесть. Я приподниму своеобразный и обратный порог. Слушай, подожди, давай сделаем проще. Положи меня в машину. Давай. Давай, тело. Такой еще компактный. Боком легко. Давай. Не вставай, сам. Не встаю, я отдыхаю. Мужик. О, получилось. Езжай, мужик. Трогай. Давай. Let's go. Давай, едем в Казахстан. Надо, наверное, дверь закрыть. О, дыру. О, закрыл. Она открывается. Нет, надо держать. Она сильнее. Да что за развалюха? Ты что, зверь? Холодильник бабушки. Ты не делаешь. Мы каким летим? Образом? Он уже едет. Улети. В смысле лечить? Это летающая машина. Я что, не могу смотреть? Не могу плевануна. Закрой глаза. Я не хочу плеваться в твоей блевоте сегодня. Да ладно, она не настоящая. Нет, выпусти меня. Ты картошку везешь, мать твою. Открой дверь. Открой! Слушай, я бы не хотел, чтобы мне дверь открывали на высоте. Выйти, мы никуда не поедем сегодня. Хочу выйти! Да я потерял сознание. О, вниз! Просто вниз! Как будто ты приседаешь. Вот здесь, такое. Отпусти дверь. Как будто он собрался посрать дверцу открытую. Вау! Сел. Молодец. Мы победили это такси. Давай, дверь закрыли. О, моя рука на твоем бедре. Аккуратнее на поворотах. Стой. Что происходит? Сделай то, что я люблю. Ого. Как я расслабленно сижу. Это что же происходит? Ой, стрекулю, это у него что? Это у него сок так улетел? Как я расслаблен. Во, смотри. Подмышку. Не, это прыщи какой-то. А, ну ладно. Типа, что ты делаешь? Слушай, я не знаю, что происходит. Слушай, а что если я сделаю что-то отвратительное? Насчет ты. Я не знаю. Что отвратительное? Небольшое. Три. О, как маловесно. Мало. Это водим чисто. В любом автобусе. Эконом класс, неудобно. Я подниму, я сделаю искусственное дыхание. Подожди. Ты меня взял как игрушку? Подожди. Я слышала, а? Я сделал тебе искусственное дыхание. Ай. Куда вот он? Не туда дышишь! Резиновая женщина! Всем привет! Привет, народ! И спасибо за просмотр! Это был Bone Lab и чудесный мультиплеер-мод для него. На этом все. Здесь был я, там был ты. Всем пока, увидимся в следующую пятницу. Бонус, наверное, будет. Я не помню, что мы смотрели вообще. Bone Lab, какой-то другой смотрели. Бонус. А, бонус уже постоянно есть. Да. Он постоянно стреляет бонус, чтобы смотрели до конца. О, понятно. Ну, что-то похоже на эти фильмы, когда поменялись телами. Мужчина, женщина, и вот это первая реакция сразу, да? А тут две женщины поменялись телами. Я бы весь день себя трогал. Я бы... Весь день себя трогал. Сейчас Капарина заходит. Бля, я даже не могу понять, насколько это плохо то, что мы сейчас делаем. Вообще неплохо. Ого. Еще. О, хорошо. Пойдем.
Слушай, прикольная игра. Особенно, знаешь, хорошо, когда ты в кооперативе с кем-то играешь. Одному, ну, да, наверное, не да, так весело. А когда там вдвоем, втроем, там, наверное, вообще тема классная играть. Я так понимаю, это чисто для VR? Ну да. Ну, слушай, они, походу, играли. Я просто не помню, как выглядело оригинально. Точно я видела это название. 100%. 100%. Я не видел эту игру. Вот, либо потом, я что-то забыл. Мы с тобой вот реакцию туда делаем. Потом вот раз интересно, вот я посмотрю, смотрели мы реакцию на другой ролик, либо нет, на старый, на Bone Lab. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.